Всем привет! У нас в продаже появляется отличный автомобиль Lada Калина в кузове Универсал 2012 года выпуска, объем двигателя 1,6 литров. У автомобиля всего лишь один владелец, родной пробег составляет 95 тысяч в отличном техническом состоянии. Давайте заглянем в салон. Задний ряд сидений в идеальном состоянии, никаких дыр, пятен, потертости, ничего нет. Впереди салон также в отличном состоянии. Давайте пройдемся по комплектации. В нее у нас входят передние электростеклоподъемники, центральный замок. Здесь у нас находится блок управления светом. Хороший отопитель салона, обогрев заднего стекла. Отличная магнитола с разъемом AUX-USB, розетка 12 вольт с прикуривателем. На данный момент двигатель запущен, никаких ошибок не горит, работает четко. Пробег составляет 94 тысячи. Если вас интересовал данный автомобиль, все контактные данные и описание вы можете найти в объявлении. Приобрести его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. Находимся мы по адресу Азина 83, автосалон столица. Всех ждем!